Кирпич 37 года. Распил такой более полнотелый, светленький, аккуратненький. Ну и вот как раз о диком камне, то, что ты говорил, да, вот эти вставки. Первый опыт именно вот на дровнике был, он не сошелся. Ну, получается, мы его маленько подточили. Подбывало, спрашивал, сам предложил или заказчик. Кирпич, калибровка, вот он тоненький, да, есть толстый. Заказчик сам хочет, чтобы кирпич как-то аккумулировал, да, именно саму топочную часть. Всем доброго дня, с вами компания «Печной мир». Сегодня мы у Александра Аксенова в гостях на объекте. Очень Саш, приветствую. Приветствую. Хотелось бы о чем поговорить. Все мы понимаем, что красивое барбекю должно строиться из красивого качественного кирпича. Но здесь мы видим пример, да, вот кирпич. Саша делает барбекю сейчас, там, ну, несколько будет вариантов. Кирпич какого года? Кирпич 37 года. Из кирпича 37 года что можно сделать именно, так скажем, на наш, на свежий лад? Сейчас мы посмотрим это. Саша, расскажи, как вообще с кирпичом работается и вообще технологию подготовки. Кирпич сам по себе очень мягкий в обработке. Есть какие-то внутри раковинки, сколонки, но это опять же придает свою эстетику, то есть, ну, комплексу. Если посмотреть на этот кирпич, на распил, то есть распил такой более полнотелый, светленький, аккуратненький. Пилили полностью только болгарками, сухой пил полностью шел, шлифовали его. Что еще можно рассказать? Ну, от чего вообще пришли, допустим, пожелание заказчика было сделать? То есть пожелание заказчика было таково, чтобы из этого кирпича сохранить его старину. Не сказать, что получилось сохранить старину, но что-то близко к этому мы подошли. Заказчика это все устроило. Изначально как было это? Он хотел вроде старину, ну, вот, грубо говоря, внешний вид, вот он старенький, да? Мы ему показали, фасочку сняли, все, его это не устроило. Угу. Потом, как образец второй, просто спилили сантиметр там два и получили вот такую вот гладкую часть. Ему это понравилось, мы еще ее покрыли лаком для экспериментов, попробовали, и пропиткой покрыли. Его вариант этот устроил, говорит, все, каждый кирпич спиливаем, шлифуем и кладем. Ну и по поводу дикого камня, тоже в комплексе присутствует. Это заказчик увидел у нас на канале, ну, на ютубе, как Кутузов показывал дикий камень. Mm-hmm. И прямо изъявил желанием, чтобы присутствовал, да? Да, присутствовал дикий камень. Так, ну ладно, сейчас посмотрим, что из этого можно сделать. Перейдем уже на живой объект. Ну вот он, комплекс. То есть даже не скажешь, что из этого даже кирпича. Не подумаю, что выполнен комплекс именно из такого кирпича, да? Если приглядеться, он как будто новый кирпич. Да, такой облицовочный даже. Да, да, да. Ну и получается, вы снимали. Мы полностью снимали все, грани, все края угловые, то есть тычок, ложок и ложки, получается, снимали. Приходилось так, что укорачивать, чтобы швы где-то подгонять. Потому что кирпичи длиной они разные. Вот мы замеряли. Их 4 вида было по длине. Угу. 4 вида, да. И какие-то укорачивали, какие-то, получается, делали, ну, в половинке, в чекушке, выставляли все это. А по арочной части это прямо специально пришлось набирать определенный набор кирпича, чтобы подгонять их, чтобы по ширине были они одинаковые. Потому что были такие моменты, один шире, другой уже. Такая, ну, кропотливая работа получилась. Понятно, шлифовка, пыль, грязь, этого было достаточно, да? Да, наверное? Вполне. Так, ну и вот как раз о диком камне, то, что говорил, да, вот эти вставки, то, да, что увидели, они понравились. Да, снизу арка, в диком камне, верхняя часть. То есть с заказчиком выполнили, переговорил, что нужно сделать, чтобы это прямо не как пятно было, ну, объемное, а так вот по чуть-чуть везде аккуратненько смотрелось. Угу. Просто предлагали как вариант, что здесь еще угол сделать, тот угол дикий камень сделать, как бы мне казалось бы, что это будет выглядеть совсем иначе, сильно броско выделяться будет. А так всего понемножку. Но опыт первый работает с таким материалом? Именно резка кирпича, именно с таким кирпичом, да, первый опыт. Будешь еще делать? В принципе, да. Понравилось. Конечно, сейчас бы затопили бы его, этот комплекс, но у нас еще этот цоколь, есть первый этаж, там у нас будет камин, ну, топочная дверца. То есть будет устанавливаться камин, и труба пока отсутствует. Буквально несколько дней, я думаю, мы закончим и затопим. А камин будет в таком же стиле? Камин нет, камин будет полностью из этого же кирпича, только он уже будет не обработанный, а просто форма будет придаваться. А потом и... Нет, он пододел. Плитка будет. Плитка. Да, плитка из-за этого. Поэтому, когда закончишь, мы это, может, по возможности тоже снимем, покажем, как, да, оно, да, работает, и та часть, и эта часть. Да, конечно. Про арки расскажи. Арки трех. Арки трехцентровые арки, uh-huh, получается. Расчет вели именно с камецентра, расчет арок производился.
Очень удобная программа, кстати. Да? Да. Все совпало, пошло? Все совпало, да. Но единственный момент был, первый опыт такой, что именно из дикого камня, он же тут, получается, рельефный идет, а когда ты лекало вырезаешь, оно ложится, и этот клин, он неровно гуляет. Ложится, да, гуляет. Первый опыт именно вот на дровнике был, он не сошелся, получается. Мы его маленько подточили. Угу. Если обратить внимание, это может броситься. Не вооруженным взглядом может броситься, а невооруженным это, в принципе, не бросится. А вторая арка, она прямо уже села, уже как по наитию, потому что опыт первый, с первой аркой мы получили. Да, получается, нету грани одной, да, общей? Да, плоскости нету низа. Пляшет. И она вся гуляет. Вот этот прямо был опыт такой прям хороший. Простую арку, когда плоскость есть, ее легко установить по расчетам. Внутреннюю защиту тоже сделал, да? Внутреннюю защиту, да, из шамота. Здесь угол, получается, мы и срезали. Задний зуб, передний зуб. Присутствует свет внутри мангала, то есть с двух сторон. Также у нас каолиновый мат, чтобы расширение шамотного кирпича не привело к трескиванию наружной кладки. Но это у нас все закроется термошнуром, получается. Термошнур сегодня приедет. Мы аккуратненько сделаем косичку, из сантиметрового шнура. И по всему периметру закроем. Угу. Здесь еще встанет у нас лещатка ШБ-6 на ребро, высотой 16 сантиметров, что с этой стороны, что с той стороны. Также для шампура. Эти пропилы выбраны для того, чтобы заказчик, как он попросил, любит он в виде бургера что-то такое, на костре делать. Пожарить. Да, то есть на одном уровне у него булочки подогреваются, чуть пониже у него котлетки. Еще вот по поводу поддувала спрашивал, сам предложил или заказчик? Тут, получается, инициатива была большей части заказчика поддувала, потому что у родителей тоже есть комплекс барбекю, и у них уже с поддувалом и с колосником идет. И так как они к этому уже привыкли, попросили именно, чтобы он присутствовал. Здесь, наверное, если вот так рассматривать, я сейчас тоже думал, если жечь как... Камин смотреть, да, то есть оно вроде когда необходимо, чтобы он пламя было интереснее. Да. Ну а когда жаришь, по идее, можно же подготовить какой-то лист, накрыл, в принципе, закрыл. Но опять же, мелкие угли могут проваливаться, да? Мог. Чтобы меньше горения это было, закрываешь, или здесь сверху закрыл, чтобы... То есть по подаче воздуха убираешь, и он уже более неактивно горит. Да. Чтобы уже шашлык не подгорал, потому что с подачи кислорода он начинает... С этим, я думаю, каждый горит. Сам заказчик для себя будет решать и будет более индивидуально подбирать, как ему готовить. Угу. Только к чему привык. Есть вот, если посмотрим, кирпич, калибровка, вот он тоненький, да, есть толстый. Тоненький, толстый. Где-то выбиралось, старались как-то подбирать в одну линию, но с таким кирпичом, то есть разный калибр у кирпича, это давалось очень сложно. Но опыт получили колоссальный. За такую работу берут больше, как правило, чем из обычного, грубо, готового кирпичепецкого? Естественно, здесь обработка кирпича. В первую очередь идет колоссальная, весь объем кирпича нужно обработать. Или же ты просто берешь уже готовый кирпич и уже начинаешь с ним работать. То есть, конечно, с готовым кирпичом проще, ты выложил и где-то, может, просто фаску снял, внешний вид, порядок его аккуратно привел, но это не такая колоссальная работа, как вот именно с данным кирпичом. Угу. То есть, просто в математику хотелось погрузиться, допустим, если клиент что-то планирует красивое, и это экономия все-таки или это желание сделать из прочного, проверенного материала, который годами уже отстоял? Скорее всего, здесь, в данном случае, это больше всего желание с проверенным материалом поработать, более качественным материалом. Сейчас, конечно, такой материал, маловероятно, что его делают, но есть исключения. Задний зуб, небольшой уклон идет, у нее передний зуб идет, боковые сужения, они уже выше уходят, получается. И здесь соединяется от казана, то есть, канал, и сразу в конус переходит именно от самого мангала, а потом большой накопитель. А там у нас уже переход на сэндвич-трубы. Там уже сэндвичем пойдет. Поднимемся тоже, сейчас основу подснимем, что там будет, камин, и как будешь планировать свести его в одну же трубу? Все в одну трубу. То есть, если посмотреть здесь сразу, задвижка от мангала отдельно, то есть она герметичная, штоковая задвижка, закрыл, то есть подсоса какого-то дополнительного туда не будет в трубу уходить. И также с казаном, то есть герметичные задвижки. Если рассмотрим камин, сейчас поднимемся, посмотрим. У камина своя индивидуальная задвижка, то есть если посмотреть труба, она отдельно будет стоять, вообще независимо ни от этого, ни от того комплекса. То есть просто прямая труба. Так, это второй этаж получается? Да, здесь? Мы на втором этаже. Можно сказать, что это первый этаж. Цоколь внизу. Мы были в цоколе. Да.
Но здесь находится каминная топка. Сейчас она просто стоит, чтобы мы хотя бы представление имели, как у нас будет выглядеть здесь камин. Если посмотреть, вот карандашом я нарисовал, примерно хотелось бы что-то такое подобное сделать. Ну, прямоугольно, как с двух сторон здесь под 90 от стены идет, и здесь уже под 45 получается будет выходить. Угу. Ой, там под 45, здесь 90, ну да, где-то так. Ну и нужно как-то обрисовать его, и он получается у нас до самого потолка будет выходить. Есть нюанс, да? Здесь нюанс, да, получается, мы не можем выступить дальше, чем окно. То есть, как бы, ладно, этот порог-то мы можем как-нибудь до этого уровня выйти, ну а дальше, получается, поднимаемся, топочку обходим. А есть на камине специально, ну, верхняя полочка такая, ну, для фотографий, там, для сувенирщиков. Ее тоже не получается сделать, потому что здесь тоже она выйдет. И как бы хотелось бы вроде бы столб, ну, монолитный сделать, чтобы он просто прямой выходил. Ну, заказчик такового этого не хочет. И не хочет, чтобы смотрелось это громоздко. Вот сейчас вчера обсуждали, сегодня будем обсуждать, как это будет у нас происходить все строение. Но вообще, все-таки, вот сейчас я смотрю, может не кирпич, может это каркас там собрать. И... У нас что-то подобное тоже в голову приходило, но здесь будет в любом случае кирпичом. Uh-huh. Заказчик сам хочет, чтобы кирпич как-то аккумулировал, да, именно саму топочную часть. А дальше, да, мы будем закрывать уже, типа, конструкцию облегченную городить. Uh-huh. Ну, это выше вот этой вот верхней полочки будет выходить. А труба сэндвичная, с этой сэндвичной? Да, здесь получается, если посмотреть, у нас труба. То есть вот он, тройничок идет, он оттуда будет выходить. Ну и плавно переходим на саму каминную топку. И как бы сама топка, она не зависит от этой трубы, от основной, что снизу комплекс стоит. И здесь получается своя, ну, задвижка индивидуальная. То есть работать будет вполне все очень даже и неплохо. А вот это для чего? Это как конвекционная? Это конвекционная, да. Интересно. Думали как-то, может, рукава вытащить, но потом все-таки переговорил с заказчиком, что мы сделаем большой здесь накопитель и будем отдачу просто циркулировать, чтобы помещение нагревал. Угу. Он 14-киловаттный, то есть эта каминная топка, до 140 квадратов спокойно открытого помещения нагревает. Ну, так говорится в документах, конечно. Ну, понятно. Ну, ее надо же топить постоянно, чтобы она столько выдавала. Ну, да, да. Ну, а они как будут использовать ее просто, ну, раз-два в год, может быть, подтапливать. Все, понял. Так, ну, ладно. Наверное, на этом закончим. Да. Уже когда будет готово, если готов, будешь продемонстрировать, как это топится, приглашай. Без проблем. Посмотрим. Приглашу. Ладно, давай, удачи. Спасибо, что приехали. Давайте, всего доброго. Так, всем спасибо, ставим лайки, компания «Обещанный мир». Пока.